Так, давай броньку отремонтируем. Здорово всем. Ну чем, продолжаем путешествие. Тот напишет. Тот туман такой. Ну, в принципе, да. Это не очень тоже прикалывает. Но ничего не поделаешь. Так, все-таки я хотел пройти там до конца. Блин, в итоге еще тут офигел немного количество наемников, реально. Ты не думал, что их тут так дофига? Слушай. Куда нам вообще двигаться-то надо? Нам надо двигаться вон туда. Хотя здесь дорога есть. И куда она нас приведет для начала? Давай-ка сходим по ней. Какой-то чертика я нашел случайно. Начнем с этого. Да, этот цветовой бы фильтр убрать. Нафиг. Только... По жопке и не пострелять. Гранату увидел летящую, все. Есть с собой еще гранаты, конечно, нету. Ой, я броню починил. Не, ну контрабандистов здесь, конечно, тьма тьмущая. Почему они тут так охраняют, интересно? Здесь ни хрена нет. Реально ничего нету. Хотя... Давай-ка добежим до того места. Что там такое у нас? Твою дивизию, это мост. Это просто гребаный мост. Опаньки, здрасте. Мило. Так, противопехотная мина. Блин, нам не хватит веса-то? Хватит, не хватит, а брать надо. Пригодится. О, гранаты это хорошо. Правда, гранат надо, ой, как до хрена. Поешь налево. Так, где мой дробовичок? Тяжело без оружия по мне стрелять. А он мне с пневмата так впиндюривал. Че, издеваешься, что ли? Ого. Лихо.
Такой себе с пневмата чуть не накиярил. Мело. Лихо. А что я в бою? Надо было проверить, блин. Так, у нас есть там что-то, да? Там тоже дальше есть какая-то хрень. Зайти не никак. Да нет, можно. Только зараза, осторожно, по ходу дела. Так, давай-ка я. Оружия нет, костюмы тоже нет, помощь. Где этот? Где эта пачка сигарет? Плоус культивированной манки. Ебона блош, сколько у меня ее. Да тут точно до конца жизни хватит. Так. Ну, во-первых, человечину надо бы выжать куда-то, хотя неплохо она, конечно, дает. Ядер кол еще есть добавок. Есть чем похилиться, кстати. Насчет пневматов я не уверен. А вот скипидар взять надо будет. Чудо-клей тоже. Здесь неплохо так устроился, я тебе скажу. Так, гаечный ключ заберем. Я не помню для чего, но они мне, ой, как помню, были нужны. Так, голографическая запись. Эй, привет! Добро пожаловать в... добро пожаловать в скобяные товары Хейли, где у нас лежат скобяные товары. Нет, нет, все в порядке. Я просто совсем тут от людей отвык. Мои постоянные клиенты. Обычно их запах приходит гораздо раньше их самих. Да, в основном ребята с болот. Думаю, они не трогают меня, потому что и я тут родился. Торгуют в основном мясом и фруктами. Никаких денег или вещей. Но с наемниками идет хорошая торговля оружием. Так что если тебе надо пополнить боеприпасы или еще чего, я тебя выручу. Вот, неплохо. Ой, ты же не думаешь? Нет, нет, это не семейный бизнес. Я просто сохранил имя лавки, когда пару лет назад нашел это место. Если честно, до этого я вообще мало что помню. Пару лет назад очнулся с головной болью, а лавка уже стоит. Пошли люди, пошла торговля. Я не жаловался. Это просто стало работой. Что-то я нашел. Что-то уже было здесь, когда я пришел. Что-то от других торговцев достается. А временами заезжает чудак на лодке и привозит неплохие вещицы. Конец. Так. Ну, для того я и здесь. 7,62.
Так, костюмы, броня рейдеров, металлическая тяжелая боевая броня, не, ну, не. Костюмы нет, помощь, разум, боезапас. Давай-ка сравнивать, чего у меня мало вообще по боезапасу. Так, 30-ок у меня, блин, хватит тут. Ну, так более-менее. 45-ок тоже хватает, 2-миллиметровок. У них так мало. Возьму. Так, 9 на 19. Маловато будет. Батарея. А хотя их много не будет, я же забыл совсем. Электрозаряд тоже пригодится. Ракета. 5-миллиметровки, а по-любому. Так, а вот 10-миллиметровки, возможно, кстати, мне так сильно и не нужны будут. Продам. Ну, хотя блок сигарет. Забирай вантузы. Вилки, вино. Тоже как-то неохота ему продавать. Винчестер, виски. Ну, героин вдруг пригодится тут кому-то на задание. Грабли. Вот это точно не пригодится. Грязную воду можно почистить. Двуствольное ружье. Дедушкин мозговой тоник. Дедушка поэтому и помер, да? Так, довоенные деньги надо оставить. Дротик. Так, короче. Давай-ка по оружию пройдемся. Во-первых, мне револьверов столько не надо. Это раз. Мины будут... Пусть у меня. Осколочная граната. Вот гранат бы побольше. Охотничье ружье тоже. Нафиг не нужно. Вот лопата. Оп, 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 оп. Пистолет и лазерная винтовка пусть будут. Кольт. Так, автомат. Кстати, надо попробовать им пострелять. Может, хорошая тоже вещь. Ух ты, какая штучка. Бомба. Да, тут такого... Так, Кувалда-1, Кувалда-2. Попробуем сейчас у него, короче, починить. Может, поможет мне хотя бы. Так, ритуальный нож я оставлю. Так, снайперская винтовка тоже. Топоры мне не нужны, здесь дерево не порубишь. Супер, кувалда, вот хрен его знает, слушай, вопрос хороший. Может, прокачаюсь, да и буду бегать тут супер кувалдой всех. Так, рабочая одежда. Повышенным ремонтом. Кончик я оставлю. Я только можно 10 штук продать. С одежды фиг да нифига. Я тебе так скажу. Вот вино. Всякая такая хренотень. У меня ее дофигища просто. С этим надо что-то делать. Надо это куда-то откладывать.
Те точно так ходить. А плод культивированной манги, куда в нее сток? Сейчас я еще эти стелсбои при таракане тебе продам. Вроде и жалко выкидывать, вроде нафиг нужно, блин. А посмотрите, какой вес у меня в Скайриме. Оглянись вокруг, дай знать, если что-то понадобится. Ну, лавка такая, кстати, интересная. Вот ты где. Да ладно тебе. Гипнотрона у меня нет случая. Гипнотрон, гипнотрон, гипнотрон. Надо перезагружаться, как не крути. Приятно видеть, что ты в... Ну, для того я и здесь. Костюмы, помощь. Так, винт, виски. Где это Стелбойс? Стелбой. Мне их много не надо, в принципе. Так, крышку мину заберу, граната, мина. Лазерная метонка ВАЦ, опаньки. Так. Ну, помповое ружье там не зачем, однозарядный дробовик, если не ошибаюсь, помповое называется. А хотя нет, помповый дробовик вот у нас есть. Блин, еще и огнемет он продает. Так, стимулятор забираем, ядерковую забираем. Забегай. Полегче стало хотя бы дышать, да? Правда, ненадолго. Гости сюда заходят редко. А что я на верстаке могу сделать-то? Так, мне ланчбокс нужен. Петарда, блин, да, конечно, тут.
Так, модуль починки силовой брони, ремонтной части. 4 за набор. Завершить. Так. Приятно видеть, что ты... Ты мне можешь починить кое-что? Как нечего делать? Так, пулемет. Пожалуйста, Гатлинг Лаз. Погоди, у тебя что, ремонт? Японоблож, чувак. Дружим. Так, китайский автомат. Немного что-то чинить надо. Так, штурмовая винтовочка. Вообще-то мне интересно другое. Почему? Винтовка, так, лазерное ружье. Раунинга. Почему он вот с таким навыком, блин, бешеным ремонта не может привести нормальное оружие и все остальное в соответствующий вид, а? Ай, ладно. Так. Плазменный пистолет Глок. Миниган. Посмотрим, что с этим автоматом можно будет сделать. Мемат мне не нужен. Автомат Стен. Чего ты поймешь, нужен он или нет. Комбинезон. Это тоже починим. Финфалку 223 починим. Кольтик. Магнум. Ну слушай, мне нравится этот дядька. Я еще хотел его убить под конец. Нельзя. Такого дядю убивать нельзя, дядь, ты молодец. Так, теперь. Оружие мне нужно держать в руках, которое я хочу подделать, да? Здесь я уже ничего не подделаю, здесь по максимуму. С М-кой я ничего не могу сделать. Так. Это тоже ни хрена ничего не сделал. Жалко, я не могу их переназвать. Так, автомат М. Поубирали, блин, модификации целую тонну. А ведь раньше я любое оружие мог модифицировать. А, отстой-то какой. Да, раньше вообще-то было все гораздо проще. Ты ни хрена. О, Гатлинг Лазер. Стоп, и миниган надо модифицировать. Это по-любому. Расширенную эту. А расширенный боезапас здесь не ставится. Только лазерный целеуказатель. Ну хотя бы это. В принципе, это оружие и так будет потом сверхмощным. Если, конечно, я вообще доиграю до этого момента. Да ты прикалывался. ВМК требуется ли модификация вашего оружия? Понятно, значит я не могу ничего модифицировать пока что. Ляди, хреново.
Ну, дядь. Ладно, не буду тебя трогать. Новые люди, новые сделки. Ты холосый. А только надо голографическую запись послушать. Или почитать. Ни новых заданий, ничего. Обидка. Так, ну чё? Теперь нам туда надо. Загорцуемся, давай-ка. А тут был какой-то, блин, поселок, походу. Что-то мне это очень знакомо все, да? Я в этом не сомневался. Такая супер большая карта. А, так это причал начальный. Привет. Приехали. Давай туда тэпаемся. Правда, что я здесь что-то еще смогу найти, но, как показала практика, эта игра умеет удивить. Для начала, давай-ка я антиродина сажу. Мне. Вот нужно мне было это сделать. Да, что ничем хорошим не кончится. Не, давайте постреляем. Ну да. Так, мне потом надо с этой дурындой встретиться где-то. Погоди, там дом вижу, что ли? Да, я вижу дом там. Здравствуйте. Вот ты где. Это здесь, дальше. Они с пневматов стреляют. Так умудряются далеко попадать, что я удивляюсь. Как они вообще тут что-то видят? Пневмата было.
Двухстволочка была. Если бы он мне близко впиндюрил, мне бы это не понравилось. Удочка. Дрожжи человечно, нормально. Так, давай-ка дробовичок возьму. А то мне что-то кажется, что там дома кто-то будет. Даже не знаю почему. Привет. Сынок, ты вроде как не из местных. Поможешь больной женщине встать на ноги? Боюсь, это беличья лихорадка. Я вся горю. Беличья лихорадка. Белочка, короче. Страшенная хворь. Есть от нее одно лекарство, но я так слаба, что сама его не сварю. Это тайный семейный рецепт. Помоги мне сварить еще немного. Принеси сырья. Я поделюсь с тобой зельем и прибавлю 300 на закуску. То да сё. Приходи, когда дойдут руки. Нужно всего несколько продуктов, но я варю сразу много, так что нужно хорошенько затоварить. Нужны панго, дрожжи и еще ядерные батареи, чтобы получше вставляло. Охрененная у тебя беличья лихорадка, реально белочка. Кто б сомневался? Ну и запашок, а? Ну давай их сюда. Вот как? Думаю, тебе виднее, что там. Я так бесплатно и починю. Где там мой грёбаный аппарат? А ну, вот и мое солнце. Солнышко, да ты не с пустыми руками. Немного суховатые, но и так сойдет. А что? Я женщина простая. О чем тут говорить? Хоть и татуировка, но выглядит да. Моя семья тут задолго до войны поселилась. Она не заразная, если ты об этом. На болотах все время болеют. Хорошо, что у нас в семье есть аппаратик для поправки здоровья. Эта рухлядь в нашей семье много лет живет. Было когда-то время, когда начальники простому народу пить запретили, еще до бомб. И не купить было ничего. Ну, и моя семья помогала людям, если трубы горят, и неплохо жила. А я... А вот и мое солнышко... Так, погоди, я что-то не понял. А где тут задания такие дурацкие? Так, задания. Жить. Даже как-то интересно стало. Тут мешочек. Дрожжи-то у меня сами по себе есть. Вот мешочка дрожжей у меня как бы нету.
Говорю, белочка реально. Лихорадка. Где мне найти эти дрожжи? Что-то как-то хреново это представляю, если честно. Ну ладно, пошли, короче, подалее пока. Так. Три мешка. Но я не знаю, возможно, когда-нибудь получится. Да, вот вопрос, конечно, хороший. Где эти три мешка надо быть? И... Ладно, пошли пока тут попутешествуем. Может, и найду и три мешка дрожжей. Вопрос, где их взять-то? Прикупиться. Я только одного знаю чувака, который... может продавать что-то подобное, но... что у него это есть. Даже ты сейчас прикололся? Так, вот это уже интересней. Здравствуйте, называется. Плазменное ружье, серьезно? Ладно, народ, на этом закончу. Продолжим в следующей серии.